Шумно завтра будет на Яграх. В 10 утра 4 декабря начнется проверка электросирен системы оповещения Центра судоремонта «Звездочка». Сирены установлены на территории предприятия, однако их звук сможет быть слышен как в жилом массиве острова Ягры, так и в материковой части города. Специалисты отдела гражданской защиты администрации просят не беспокоиться. Северодвинцы могут продолжать заниматься своими делами.